Да. Я скажу так, что я Яковлев Олег, я не ощущаю никаких санкций на себе. Потому что все-таки артистов любят. Артистов, когда смотрят в паспорте и спрашивают, какая ваша профессия, говорю, артист, то пропускает. Никаких проблем нет. Я думаю, что, может быть, санкции касаются некоторых действительно экономических каких-то моментов людей, которые занимаются экономиком, банковским делом. Ну, вы знаете, вот большое счастье быть артистом, что когда ты просто вот к артисту вообще нет проблем. Поэтому меня санкции не касаются. Конечно же, хочется, чтобы устоялся все-таки курс рубля, чтобы все-таки там было больше там всяческих рабочих мест, чтобы мы все жили лучше, лучше, лучше. Но в то же время, что, не знаю, вот там у нас, мне кажется, из-за санкций поднялись какие-то, не знаю, там, овощи, фрукты наши российские, сельскохозяйственная промышленность, там, еще что-то, какие-то там колбасы, мясо и так далее. Мы поняли, что мы можем жить сами. В принципе, мы можем находить новых партнеров. Вот. Это очень хорошая зарядка, некоторые санкции. Но лично меня, как артиста, санкции не коснулись совершенно. Потому что у нас, как называется, в стране очень любят артистов. Артисты как дети, и к ним какой вопрос? Я думаю, что у нас все будет хорошо. Я думаю, что мы все-таки скоро помиримся с миром, и мы будем сильнее, лучше, круче и грандиознее.